Новые русские бабки. Ну что сказать? Устроены так люди, желаю знать. Что будет? Я гадаю, ворожу, людям правду приношу. Колдуй, баба, колдуй, дед. Заколдованный предмет. Матрёны не видали? Чё ха-ха-то? Серьёзно спрашиваю. Колдуй, баба, колдуй, дед. Страны возвели навет на Ивана Кузина. Вот, мол, кукурузина уродилась в огороде и растет при всем народе. Чего вы врете? Это грех. Кукуруза, как у всех. Клава! Святочек! Колдуй, баба, колдуй, дед! Неопознанный предмет. Над деревней появился. Стырил 3 свиньи и смылся. Много стало в наши дни неопознанной аномалии. Святочек, вешайся! Где ты, бабушка, шатун? Старушачий опоздун! Черпачок не подведет. Сейчас матрёна к нам придет. Слышь ты, мать Гарри Поттера! Тапки твоя работа! Гляди, что она сделала, собака! Кто еще? Как видите, результат мгновенный. Оплата высокая. Ты что ли мои тапочки к обоям приклеила? Гидрометцентр милированный. Уйди, гляди. Уйди, исчезни, пропади. Отползи, не гляди. Дай сюда половник. Это что, мобил для связи с дурдомом? Девушка, перезвони, то она в 6 утра. Что делаешь-то? Я женщина вам. Чего? Вам к нам. Откачнись, бешеная. Я госпожа. Я госпожа гадалка. Идет сюда. Я вижунья. Идет сюда. Я визжащая скважина правды. Па! Японский магнитофон. Это что такое? Ну ты и расфритюрилась, Клавка. Я ж маленько прижупилась. Ты что, никак новый бизнес, что ли, открыла? Скважина правды, ба. Представь себе. Магия, гадание, кривой рот. Кто? Этот, блин, приворот. Не запомнила пока что. И что? Клиентур поперла. Есть желающие. Понятно. А это что? Бедный Йорик. Не надо руки сдавать. Чего? Чё ты руки суешь? Чё такого ты? Чё, ты потрогаешь, что ли? И чё такого? Я сейчас потрогаю тебя. Гляди, вообще не гляди в его сторону. Понял меня? Собака. Сама собака. Баскервилева. А ты маленькая Найда. Женщина, вот вы в красном. Вы по делу или как? Ты смотри, что творится. Женщина, а если я по делу, как прикажете называть теперь вас? Имя специально есть или как в волшебных кругах? Кличка погоняла? Да есть. Я мать Алёнушка. Сожрите меня, крокодилы, 6-метровые. Она мать Алёнушка. Как говорится, лети с приветом, вернись умным. Слушай-ка, святочек, то есть мать, прости господи, Алёнушка. А ты можешь со всей вот этой своей, ну, я имею в виду, реквизитом, я имею в виду, наделить меня даром, даром соблазнять мужчин. Даром соблазнять мужчин? А что мелочиться? Ну что ж, я могу это сделать, красненькая женщина. Потрясающе. Только не даром. В смысле? Тити-мити, давай. Иди отсюда, как мы подруги деньги, с тобой. Давай, ты что, дур, что ли? Что, какие подруги? Это другой бизнес люди я открыла. Люди скажут, полезные, соседские. Деньги берет. Соседские. Какие соседские? Какие? Ты знаешь, что отношения среди соседей бывают разные. Как так еще разные? Вот так, разные и все. Пример мне. Пожалуйста, например, приходит к тебе в гости твой любимый сосед. Ну, Эдик за стенкой живет. Он самый. Приходит вечерком, часов в 11. Эдик 11:30. Пусть! Ты, естественно, от визита вся разомлевшая. Что болтаешь? В голове всякие эротические глупости что, роятся. Что болтаешь? А он тебе и говорит, ну что, дашь любимому соседу? Чего? Трель с молотком! А. Нет, что пол мне спать всю ночь опять не давал. Вжик, вжик. Вот! А если бы он у тебя с ночевкой остался, ты бы уснула? Ну нет, конечно. Вот видишь, результат-то один. Вжик, вжик. А отношения? Отношения разные.
to be, I not to be. Хотя, женщина, в вашем возрасте уже надо бы не о мужчинах, а о здоровье думать. Ты больше здорово погляжу, прям Сямбаева. Ты бы лучше закаливанием занялась. Чего? Закаливанием. Кого? Я вот, например, каждую ночь с открытой форточкой сплю. Ну, а с кем тебе еще спать, милый мой? Я только с открытой. Слышь ты, обидеть боксера может каждый. Да ладно. Понял? Не каждый успеет извиниться, поняла? Поняла, поняла. Прям страшно, бабушка, братьев Клечко. Кто такие? Атлеты по-киевски. Не знаю, не пробовала. Слышь, мать, как тебя, Алёнушка, да? Я так просто не уйду, все равно проведешь процедуру. Что там гадаешь, что я не знаю. Что интересует тебя, красавица? Без прелюдиев-то нельзя было. Красавицу интересует будущее. Я буду гадать тебе, используя соль. Интересно. Стакан соли, так. Два воды. Покрутить туды-сюды, размешать и растолочь. Герар. Выпить и не спать всю ночь. Выпей! Это волшебное зелье, несчастная женщина. Ой, я не могу. В смысле, это я действительно должна или чего? Да, да, это эксклюзивно для вас. Да что ты говоришь? Коктейль. Седая вдова. Потрясающе. Авторский? Импортный ингредиент. Ну, кто бы сомневался. Кеша дает добро. Кто? Кеша, брат Паши, дает добро. Братья Черепановы. Три точки должно быть. Три точки. Да, да, три точки, семь запятых. Семь запятых. Так это я тобой. Чего тобой? Деньги дом забыла. Ну, начинай. Давай сегодня без денег расскажи, я тебе в понедельник подам обязательно. Я не спросила, дура старая. Мне 600 должен. Ты что, гадина, из дома без денег, что ли, пошла? Ты какая дура из дома без денег-то выходит? Можно микрокредитик оформить. Какой кредитик? А что, тебе банк, что ли? Ты тогда услугу оказывай. Банку верни. Я не верну тебе. Убери руки. Ты мне расскажи. Убери руки, иди отсюда. Я не уйду. Не уйду. Ты гляди, что она делает. Пожалуйста, укажите услугу, официально работать. Пошла отсюда, Матрёна, не... поберушка. Я не пойду, я позвоню. Без бокала нет вокала. В ЮНЕСКО позвоню. В ЮНЕСКО звони другим своим цыганам, румынам, ЮНЕСКОм. Кому хочешь, звони. Поняла, я поняла. Слышь, мать, как тебя? Алёнушка, я чё подумала? Может, в Сочи кто хочет попробовать среди людей? Мало ли, это люди разные. Ты попробуй, оно нет-нет, а потом раз, да-да, оно всяко бывает. Да. Товарищи, эксклюзив. Всё. Если выпьешь в полчаса, ты увидишь чудеса. В реальный мир пошла дура, нет? Глядя, банк с солью взяла и пошла к людям, к реальным. Товарищи, не берите ничего у них в ресторане. Это что такое, гля-гля-гля, пошла. Давайте, женщина, выпейте волшебной водички. А что, боитесь соленая? А вы горькую уважаете? Полусладкую, да? Не злоупотребляйте, что ли? Это может не понравиться вашему сужену. Это ваш мужчина? Хороший. Хороший. Ухаживаешь за ним, да? Ой, еще билет ему на первый ряд взяла. Умница. У нас, если умница на первый ряд мужики садятся, значит, знаешь, из мэрии или из администрации. Ой, что делать? Вот такие садятся к нам. Так и быть, для вас первая порция бесплатна. Только выпить надо до дна. Да. Проглоти все это смело, и тогда калейдоскопом. По фойе, потом налево путь проделаешь, галоп. Не будете? Странно. Вон вглубь зайди, может, кто с похмелья сидит, мучится. Как раз напиток дойдет. Давай, девушка, ты выпей. Бесплатно. Антонио Бандерас к тебе ночью придет. Ой. Бандерас ночью. Голый. Пей, глупая! Потом дорого будет. Слушай-ка, мать, как тебя, Алёнушка? Я гляжу, чё-то не пошёл. У тебя бизнес в Сочи забуксовал. Да, не пошёл.
ты сглазила, корова самарская. Слушай, Краф, я все хочу спросить у тебя. Уж лет 10, наверное, забываю. Ты сейчас с банкой-то вышла, напомнила, я и вспомнила. Слушай-ка, ты это как и хиромантией занимаешься? Я гляжу, ты вообще не в курсе насчет хиромантии-то. Могу показать, если хочешь. Не, конечно. Ну так интересно, конечно. Да что ты говоришь? Внимательно гляди, если хочешь знать. На руке у человека есть 6 главных линий. Ну покажи. Вот в эту точку поставь палец. Видишь, линия пошла? Да. Это линия ума. Жирная. Моя, потому что... У тебя и пятки большие. Я весьма умный человек. Под кофту устремилась. Точно? Клянусь. Сейчас задеру. Задери. Направо здесь и вниз. Веди, веди. Веди, 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 веди. Стой. Кончилось? Нет, здесь у меня дырочка. Заштопаешь. Шучу. Направо. Стой. Налево будет, но надо зеленую стрелку здесь ждать. Встречные эритроциты идут. Мотоциклисты. Все, проехали. Веди по лампасной линии до конца. Когда кончится? Никогда. У меня линия ума плавно переходит в линию жизни, петля счастья. А у меня где линия жизни? Давай посмотрю, Селяночка. Вот она у тебя. Ну что, что там? Ничего, жить будешь долго. Вот так вот. Но плохо. Врешь. У тебя линии судьбы фигу сложенные. А на линии любви нифига себе. Ну что там? Черная дыра. Ну-ка, переверни руку. Точно твоя рука, не протез. Иди отсюда. Что ты шутишь, что шутишь? Конечно, шучу. Ты что? Пришла тут, выступаешь что это. Да иди отсюда, ханжа. Что ты умничаешь, я не понимаю. Ты что, как ханжа-то? Не умничай. Смотри, как гадать надо. Гляди вот с этого момента внимательно. Вот я пошла. Как будто просто ходишь. Как будто просто ходишь. Гуляем. Здравствуйте. Мужчина, вы не с администрации? Да говорила я ему уже. Чего ж не сказал, Клав? Блин, а что ты не смотришь-то? Может, рассказать ему тогда? Про что? Про то, что... А, да всем расскажи. А да, вообще. Товарищ, анекдот. Звонок. Алло. Здравствуйте. У вас свечки есть? Нету. А просвирки есть? Нету. А иконы есть? Женщина, это администрация. Здесь нет ничего святого. Мужчина, я мать-матрёнушка, будьте добры, притяните мне свою левую руку сейчас же. Ух ты, подари часы, уйди, а? Уди отсюда! Я тебе мешала сейчас. Приготовьте деньги, сейчас вам сама мать-матрёнушка гадает. Не надо, деньги бесплатно. С чего ему такие привилегии? Ну, привязался, он симпатичный. Согласна. Одет с иголочкой, колон хороший. И вообще, если у него будет хорошая потому жена, что у него идёщий, умница внуки, рядом собаки, есть. Кошки, и 30 миллионов в помойном ведре. Вот так желаю, надо гадать, товарищи. Всем желаем, чтобы у вас молодец, было все-все-все. И даже больше, чем все. Все. Желаем счастья всем без исключения. Пусть непременно сбудутся мечты. Всем светлой радости и настроения. Здоровья всем! Конечно же, любви! Молодец, мать Аленушка! Да, я молодец! Конечно же, любви. Новые русские бабки.